Ринг Б. Ввиду невозможности продолжения боя, победу одержал боксер синего угла Адель Белали, Швеция. Ринг Б. The winner is Adel Bilali, Sweden, blue corner. К рингу Б приглашается Тамерлан Казиев, Россия, Муса Мусаев, Россия, весовая категория 75 килограммов. In the blue corner of ring A, Расул Алиев, Russia. Судейская бригада 13-го боя на ринге Б. Рефери Нангиджав. Боковые судьи Мурсалов, Дигамян, Ураков, Диас Пима, Мелис. Second out. Round 3. В красном углу ринга Б. Тамерлан Казиев, Россия. В синем углу Муса Мусаев, Россия. In the red corner of the ring B. Тамерлан Казиев, Russia. In the blue corner. Муса Мусаев, Russia. Weight category. Under 75 kilograms. Выходу в ринг подготовится 13-я пара. Бригада судей 13-я пара. Рефери Алиев. Боковые. Майзер, Егенов, Ару, Миргусейнов, Гагнидзе. Ring up.
В данном бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Расул Алиев, Россия. By unanimous decision of the referee, the winner is Расул Алиев, Russia, the blue corner, ring A. Ринга Б. Тамерлан Казиев, Россия. Победитель командного Кубка России 2018 года. Боксом занимается 10 лет. Счет боям на ринге не ведет. Тренируется под руководством заслуженного тренера России Казиева. В синем углу Муса Мусаев, Россия. Боксом занимается 7 лет. Тренируется под руководством Станислава Березина. Ринга. Красного ринга представитель Эстонии Стивен Ас. Синего ринга представитель России Мурат Рабаданов. Ring A in the red corner, Ас Стивен, Эстония. In the blue corner, Мурат Рабаданов, Russia. Round 2. Адилов. А что ты несешь? А куда мне идти? Ты мне покажешь тогда. Да, давай, давай, сам. Где фантазия вообще? Фантазия у тебя, а у меня машина. Вот, вот, молодец, вот. Куда мне идти? Вот, оттуда подойти? Приди тогда, даже не пускай. Давай, давай, давай. Thank you.
Steven, Estonia. Seconds out. Судейская бригада 14-го боя. Рефери Мухараев.